Спасибо вам, дорогие зрители, что смотрите это видео. Итак, сюжет о лодочной экскурсии в Лейпциг. Начало нашего путешествия недалеко от Вестернплац. Точный адрес – Шрайбестрассе, дом 20. Уже проплыли под мостом Шрейбера и приближаемся к Маршнерскому мосту. Он расположен невысоко над водой, и поэтому обязательно следует предупреждение нашего капитана, и все наклоняют головы. Наша экскурсия длится 70 минут, где-то 40 минут в одну сторону и 30 обратно. Я постарался уложить наиболее, на мой взгляд, интересные моменты в 12 минут. Лодка с электромотором вмещает 18 человек, 9 с одной стороны и с другой 9. Посредине находится столик. Капитан, он же экскурсовод на немецком языке, управляет лодкой с кормы. Посадка производится в порядке живой очереди. Места начинают заполняться с кормы, поэтому любителям видеосъемок с носа лодки нужно постараться зайти в последнюю очередь. Плывем по реке Вайсе Эльстер, Белый Эльстер. Проплываем пункт проката лодок и заходим в зону вильгельмской промышленной архитектуры. Эти здания – бывшие фабрики, в большинстве случаев текстильные, предельные. Сейчас там жилые квартиры, отели, офисы, музеи и рестораны. Вот, к примеру, справа терраса итальянского ресторана, где можно заказать экскурсию на настоящей венецианской гондоле, управляемой обученным гондольером. Перед нами чердачный мост. В доме, что слева, гостиница, где можно снять отличные апартаменты. Проплыв под мостом Монахинь, движемся по каналу Карла Гейна. Он так назван в честь его создателя. Ресторан «Речное судно». Мост короля Йоганна.
Дом на сваях. Вдали виден мост Вайсенфельзерштрассе. Разворот в обратную сторону. Мост Карла Гейна. Вообще мостов в Лейпциге за 400. К примеру, в Венеции чуть меньше 400, но она и по площади меньше. А вот в огромном городе Гамбурге мостов где-то 2500. Общая длина водоемов в Лейпциге около 300 километров. Мост Элизабет. Снова мост Монахи. Выходим на реку Белый Эльстер. Кенеритский мост. Клингерхаймский мост.
Это была плотина Пальмен-Гартен, защищающая город от наводнений и перекресток Эльстер-Флаубет, Вайсе-Эльстер, Эльстер-Беккен, Эльстер-Мюллер-Грабен, своеобразная водная площадь города. Стоимость экскурсии для нас на одного взрослого была 16 евро. Купить билеты можно при посадке, но лучше это делать онлайн через интернет, выбрав подходящее для вас время. Для этого достаточно набора ключевых слов. Лейпциг, экскурсия на лодке. Там же, на сайте, вам укажут и место посадки. Планируя экскурсию, учитывайте погоду, ведь тенда над головами пассажиров я в лодках не наблюдал. Мы заканчиваем нашу экскурсию. Если это видео оказалось вам полезным, ставьте, пожалуйста, лайки. До новых встреч!